Дети, танцы, положительные эмоции. Так в четырех словах можно описать флешмоб участников благотворительного фонда «Андрюша». Особое внимание к работе фонда возникает именно весной, в преддверии гала-концерта с участием талантливых детей нашей области. В этом году он будет проходить уже в 7-й раз. Это будет очень душевный праздник. Как всегда, праздник детства, искусства и вдохновения для людей всех возрастов. Я думаю, что понравится любителям всех жанров. Юные художники, музыканты, вокалисты, актеры и танцоры на этот раз сошлись в своеобразном корпоративном танце на площадке одного из торговых комплексов. Это единственный тот случай, когда, возможно, даже не так важна синхронность, как хорошее настроение. Настроение веселое. Улыбаемся друг другу. Все позитивные такие ребята. Отчетный гала-концерт в этом году состоится 21 апреля в Театре оперы и балета. По традиции гостями события станут давние друзья фонда. Андрис Лиепа, Ольга Кабо, солист оперы Большого театра Владимир Редькин, певец Игорь Монаширов, ведущий концерта актер и шоумен Александр Олешко.